Далеко на востоке лежит Срединное царство, родина великих мыслителей и непревзойденных мастеров, страна могучих рек, величественных гор и таинственных лесов. Именно посреди этих земель сотни лет назад появился легендарный храм Южного Шаолиня. Его обитатели веками оттачивали свои древние техники, ежедневно тренируя тело, дух и разум. Бесстрашные монахи героически защищали храм как от безжалостных бандитов, так и от ужасных порождений тьмы. Однако настоящим испытанием для них стало нашествие на южные берега страны полчищ Вакоу, пиратов с востока. Когда погрязшая в коррупции власть оказалась не способна справиться с врагами, защитники Шаолиня решили нарушить свои правила и пришли на помощь в войне. Объединив силы с императорскими войсками, монахи все-таки смогли одержать верх над армиями Вакоу ценой жизни многих своих воинов. После победы монахи вернулись в стены монастыря, а в прибрежных городах вновь закипела жизнь. Однако для молодого рыбака Вайчена и его деревни одни напасти сменялись другими, и казалось, не закончится никогда.